сторонники Мурси повсюду, кричат эти демонстранты. Чтобы их лозунги звучали убедительнее, те, кто поддерживают свергнутого президента, снова проводят манифестации в Каире. Но и противники режима Мурси не уходят с улиц. В воскресенье площадь Тахрир снова заполнилась людьми. За кем последнее слово в Египте? На этот счет у демонстрантов разные мнения. Мнение какого числа египтян выражают братья-мусульмане? Сколько миллионов? 5? Может, 6? Но большинство в стране против них. Мы хотим, чтобы избранный президент Мурси вернулся на свой пост. Мы не признаем власть армии. Лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Аль-Барадей, кажется, выбыл из гонки за пост премьер-министра страны. Он станет, вероятно, вице-президентом Египта. Новый фаворит на пост главы правительства – социал-демократ Зияд Баха ад-Дин. Но в последние дни называется много разных имен, а улицы Каира до сих пор патрулирует армия. В обществе очень боятся нового витка насилия, а до разрешения конфликта, похоже, еще далеко.